Добрый день. Сегодня мы разговариваем с Анной Михайловной Васюком. Сегодня и каждый день? Да, сегодня и каждый день. Но сегодня в особенности. Анна, расскажите, пожалуйста, каков смысл жизни? Ну, это не неожиданный вопрос. Смысл жизни в том, что его нет. Говорите громче. Смысл жизни в том, чтобы смириться с тем, что смысла нет. Так. Продолжим существовать в гармонии, осознав этот факт. Это возможно? Ну, годам 80, когда помирать уже пора, думаю, некоторые достигают этого твена. А что делать, чтобы дожить до 80 лет, не потеряв желание жить? Мне только 25, я не знаю. То есть нужно подождать еще лет 60? Каким образом творчество инкорпорируется с идеей смысла жизни? Нет, нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Скороварова Анатольевна. Да, это я. Итак, что бы такого спросить у вас, шокирующего и невероятного? Что бы вы хотели, чтобы вас спросили в интервью на MTV? Я не знаю. Я никогда что-то делаю. Так больше желтого в кадре. Ты никогда не думал об этом? Нет. Неправда. Итак, ваш вопрос. Ну, я же спросил. Что я хочу, чтобы меня спросили? Да. Не знаю. На крутом интервью-шоу. На крутом интервью-шоу. У меня нет ответа. Почему у жирафа длинная шея? Чтобы он был страшным. Жираф не страшный. Жираф страшный. Он здоровенный и жуткий. Он как лошадь, только с длинной шеей. И как динозавр. Да, да. Это многое объясняет. Да. У меня на MTV бы не спросили про жирафа, наверное. Меня бы спросили, какие ваши дальнейшие планы на мировой туре? Какие ваши дальнейшие планы на мировой тур, Александра? Мировое господство. Мои планы выжить. Я хотел бы выжить. А, у меня глаз задергался. А, блин, реально, мы с тобой. Они. Китай и Нижний Новгород. Прекрасно. Покорить Китай мне очень нравится. Опа, и я в Усе. Да. Хочу сняться в Усе. Где бы вы сняли Гавгуня? Гавгуня, боже. Везде. Везде. Я просто клал бы Гавгуня на разные места и смотрел, как это выглядит. Как улучшить Россию? Приложи к больному месту пару гавгуней. Отлично, мне все нравится. Наши вещи уже украли. Отлично. Еще нет. Еще нет. Пора прикладывать гавгуня.